Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Прямо к порогу волонтеры доставляют продукты и лекарства нуждающимся. Как это работает? Вечно зеленая тема. В Беларуси проходит неделя леса. Сколько гектаров посадят? Дольче Вита на особом положении. Как учителя и родители организуют досуг школьников на каникулах? А также бесплатный диплом, цена на золото и желтое предупреждение. Синоптики снова пугают прогнозами. В Беларусь приедут эксперты ВОЗ. Визит специалистов призван оценить ситуацию с эпидемией. Ранее руководство организации заверяло, в республике успешно справляются с пандемией. Тем временем, по сообщениям Минздрава, в стране проведено свыше 30 тысяч тестов. Медики борются за жизнь каждого пациента. Между тем, театры уходят на досрочные каникулы. Кинозалы рассаживают зрителей в шахматном порядке. В кафе и магазинах стоят антисептики. В Могилевской области по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. На сегодняшний день на территории города Бобруйска и Бобруйского района заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено. Что касается нашей службы, мы постоянно ситуацию мониторим. То есть отслеживается как проведение тоже обработки в общественном транспорте, в маршрутном такси. Также отслеживается состояние наших объектов общественного питания. Каникулы на особом положении. Предстоящую неделю школьники проведут дома или в стенах образовательного учреждения. Дневные лагеря в этом году организовали с оглядкой на пандемию. Весеннее меню – интерактивные игры, спорт и утренняя разминка. Анастасия Шевцова узнала, как это будет. В 28-й школе даже на каникулах по коридорам носятся дети, а учителя корпят над планами занятий. В дневной лагерь записались 30 человек. Завуч утверждает, пандемия коронавируса не заставила родителей запереть детей дома. Процесс в лагере организован в режиме минимизации групповых и массовых мероприятий с целью исключения массового контакта детей. Соблюдаются все необходимые профилактические меры и рекомендации Министерства здравоохранения и санэпидемстанции. Злосчастная болезнь несла коррективы в расписание. Выставки, походы в кино и театр временно пришлось отложить. Но в школе не унывают. Играют с детьми, занимаются спортом, рисуют и читают. Воспитателям также доверили следить, чтобы мальчики и девочки правильно мыли руки. Если у вас нет возможности помыть ручки, то можно обработать антисептиком. Каждые полчаса в классах влажная уборка. Пол, парты, стулья и подоконники протирают дезинфицирующим раствором. Уборщица в маске и перчатках. На столе воспитателя стоит антисептик. Мы обрабатываем двери, ручки, спальни, кровати, столы. Ну, потом опять. Каждых полчаса обрабатываем химраствором. Волноваться нечего, уверяют в администрации. В школе делают все, чтобы дети были в безопасности. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты «Бобруйск 360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Благотворители против эпидемии в борьбу с коронавирусом включились волонтеры. Активисты на добровольных началах ходят за едой, лекарствами и всем необходимым. Мария Бушкевич продолжит. Франя Бородавка живет в частном доме с мужем-инвалидом. Еще вчера сама выходила с коляской в магазин. Теперь стала затворницей. Здоровье дороже. Пандемия коронавируса дает о себе знать. Меры профилактики звучат из каждого утюга. Медики сходятся в одном. Пожилые в зоне риска. Ну, я сама хожу в магазин, да. Это вот все болезнь такая. Так. А так я хожу с коляской. Путь от дома до ближайшего магазина около 500 метров. В обычный день Франя Семеновна преодолела бы это расстояние сама. Но сегодня за нее эту работу проделали волонтеры БРСМ. Франя Семеновна! Ну вот, заказала сметану, кефир, масло, сыр.
хлеб и батон. Активисты молодежного движения «Доброе сердце» только за первый день приняли 3 заявки. Бесплатно ходят за едой и лекарством, берегут здоровье инвалидов и одиноких пожилых людей. Может работать даже не только посещение магазина, аптеки, почты, но может и какая-то по дому работа, потому что вот именно эти старики действительно в ней нуждаются, так как близких родственников у них здесь нет. Я посмотрела, как люди живут, то есть им сложно, и я хочу, чтобы остальные люди, остальная масса помогала таким. Отряды добровольцев экипированы перчатками и масками. За помощью может обратиться каждый нуждающийся. Достаточно позвонить по телефонам на экране и оставить заявку. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск 360. Бесплатный диплом, мотор для сердца и справок больше нет. Кто теперь не сможет пройти медосмотр? Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. В поликлиниках перестали проводить плановые медосмотры. Это решение Минздрава. Справки не будут выдавать до 20 апреля. Запрет не касается квитков для трудоустройства или получения водительских прав. Кардиостимуляторы будут устанавливать по-новому. Медики уменьшили разрез всего до нескольких сантиметров. Операция стала максимально щадящей для пациента. После восстановления человек может вести привычный образ жизни. За год в РНПЦ кардиологии внедрили без малого 3500 сердечных аппаратов. По новой методике пока 10. Диплом даром. Министерство образования рассказало, сколько бюджетных мест будет в колледжах и лицеях в следующем учебном году. При БНТУ бесплатно будут учиться 145 человек. В филиале Полесского государственного университета 96. Колледж искусств имени Охремчика примет для получения среднего образования 48 человек. Цены на скупку драгоценных металлов у населения изменятся с 1 апреля. На золото различных проб вырастет, а вот на платину и серебро наоборот. Станет другой стоимость на закупки в изделиях и ломе. Замерные слитки и монеты будут просить столько же. Лесхозы заготовили около 10 тысяч тонн березового сока. Напиток практически сразу же реализуется потребителям, населению и перерабатывающим предприятиям. С начала года за рубеж продали более 500 тонн. Лес не рубят, щепки не летят. В Беларуси проходит зеленый марафон. Деревья садят по всей стране. Максим Кембель увидел, сколько человек присоединились к экомарафону и как вычисляют вредителей. Выйду ночью в поле с конем. А там несколько десятков школьников высаживают хвойную рощу. В Беларуси стартовала неделя леса. Акцию проводит 13-й год подряд. Здесь площадь посадки 3,9 гектара. Планируется посадить сосну, 7 родов сосны и 3 рода березы. Дальше этот участок садить еще у нас, гектар 40 еще надо посадить. На других участках садят елку, дуб, клен. Ученики и преподаватели 19-й школы приехали ни свет ни заря. Этот зеленый отряд впервые в деле. Веточки хвои садят в метре друг от друга, тем не менее за день одолели целый гектар. Здесь вырастет лес и будет хороший воздух. Мы сейчас помогаем экологии леса. Это очень, да, полезно. Я считаю, что в нынешней экологической ситуации, да и не только, и вместе будем бороться против вируса, дети на чистом воздухе. Пока одни высаживают деревья, другие пускают легкие планеты на дрова, оставляют на сухой траве тлеющие угли и мусорят. Лесничие говорят, так поступают лишь люди с гнильцой и уверяют, в 21 веке поймать злодеев за руку не составляет никакого труда. Такие вышки прорезаются сквозь чащу по всей стране. С 30-метровой высоты лес как на ладони, радиус обзора 20 километров. Камеры наверху отслеживают браконьеров и фиксируют малейшие пожары. Неделя леса продлится до воскресенья. Стать ее участником может каждый. Нужно лишь обратиться в ближайший лесхоз. Он обеспечит инвентарем саженцами. За 7 дней экомарафона планируют высадить более 18 миллионов деревьев. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск 360. Ветер перемен. Синоптики вновь стращают непогодой. В предстоящие сутки порывы ветра усилятся, столбик термометра устремится вниз. Надолго ли тренд, уточнила Кристина Арианс. Март подарит на прощание холодный порывистый ветер. Синоптики объявили желтое предупреждение. Ясное небо, снежный покрывал и ледяная корка на дороге. После рекордно теплых выходных в Синеокую пришла зима. Тем временем по центральной части США пронесся торнадо. В штате Арканзас шторм крушил все без разбора. Сносил дома и вырывал деревья. 6 человек получили травмы. Сирия утопает в воде. 7 погибли. Сильные дожди, наводнения и оползни испытывают на прочность Пакистан. Там катаклизм унес жизни 72 граждан. Метеорологи советуют во время ненастья плотно закрыть окна, убрать с балконов хлам. Билборды, сухие деревья, линии электропередач лучше обходить стороной. А машины спрятать в гараж.
Завтра в Бобруйске будет сухо. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Днем небо закроют облака. Температура воздуха поднимется до 4 с плюсом. Ночью столбик термометра опустится на 3 градуса. Кристина Риенс, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Комплекс, устремленный в будущее, Минск-Мир, который возводит по принципу «город в городе», изменяет стандарты столичной жизни, создает новое понимание комфорта и функциональности. Это то место, где вам хочется жить и работать. И сейчас весной застройщик делает еще один шаг навстречу своим клиентам – 10% скидку на квартиры. Город в городе – это совершенно новая для Минска концепция развития. На месте морально устаревшего городского аэропорта компания предложила возвести район, который принципиально отличается от старой концепции застройки. Нестандартное решение – не только жилые кварталы, но и центр притяжения инвестиций. Международный финансовый центр – экономический кластер, где будут созданы тысячи рабочих мест, которые откроют новые возможности для бизнеса, как белорусского, так и международного. Первый камень заложили 4 года назад. Некоторые результаты, готовые кварталы, оценить можно уже сейчас. Вот именно в этом квартале находится 5000 квартир. Знаете, это я бы сказал, маленький европейский город. Это, считайте, почти 20 тысяч человек. В квартале Emirates Люкс в продаже квартиры остались только в последних двух секциях дома Emirates Волна. Квартиры в первых секциях давно проданы, а на вторичном рынке стоят в 1,5 раза дороже первоначальной цены. Современная архитектура, переменная этажность, террасы на эксплуатируемой кровле и море зелени во дворе. А рядом станция аэродромная, новой линии метро. Квартиры на любой вкус. Он крутой. Мы не продаем квадратные метры. Мы продаем содержание, мы продаем дестинацию, мы продаем стиль и образ жизни. Район стремительно меняется. На месте бывших пустырей возводят кварталы. Стоит отметить и все преимущества жилья от застройщика. Новые стандарты. Уход от унылых подъездов, стильные лобби, современные лифты, панорамное остекление. Начато строительство международного финансового центра. У каждого квартала и дома имена собственные. В квартале Северная Америка две школы с бассейнами, в соседних детские сады. Паркинги и парковки отдельно, во дворах не будет автомобилей, но будут площадки для отдыха и спорта. До 15 апреля в домах квартала Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Квебек, Ванкувер, Нью-Йорк и Новый Орлеан застройщик предлагает квартиры со скидкой минус 10% и этим самым делает жилье более доступным для покупателей. Основания для снижения стоимости квартир нет. Спрос на жилье сегодня значительно превышает предложение, а после кризиса эта ситуация сохранится. Хорошее жилье в Минске всегда будет в цене. Квартиры в комплексе доступны любой белорусской семье со стабильным доходом. Здесь предлагают рассрочку на срок до 10 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Выгодный в кредит. Партнерская программа кредитования «Ипотека с нами» от Беларусьбанка. Это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 14,19% на остальные годы. Кредитная программа от Приорбанка рассчитана на 5 лет. В первый год ставка составит 5,99%, в последующие 14,18%. Район меняется. Меняемся и мы, выбирая наиболее подходящие варианты. Это все к этой минуте. Следите за нами в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!